Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Простите, что мало видео, простите, что мало движений на канале. Очень все печально у меня в жизни. Просто не понимаю, почему так происходит. Зачем я это все делаю? Что-то стараюсь, что-то пыжусь. Не знаю. Нету слов, одни эмоции. Там дальше посмотрите. Ездил я к Ксюшке, отвозил вещи, паспорт. Попытался там повеселиться, пошутить, как-то развеселить себя. Но нифига у меня не получается. И чтобы не передавать свой негатив вам, вот именно поэтому я мало выхожу в эфиры. Простите еще раз, пожалуйста. Простите. Ну что делать-то? Вот Москва, северо-запад. Каналу ТВ Маэстро привет. Вот, Саша, тебе снимаю. Как сказал, по минутке. Вот дача у меня прям тут. В городе, как говорится. Вот это новый уровень развязки на платную дорогу. На Химки. Шереметьево аэропорт. Ну, МКАД и все, за МКАДом уже Подмосковье. Вот метро Ховрино открыли, вот эти башни. Вот переход. Вот эта дорога на Питер. После этого оврага. В этом овраге я все детство провел. Костры. Такие дела. Вот холстом Денискин. И второй этаж. Автобусами людей привозят. Не знаю. Ну, телефон. Там останки, не знаю. Телефон что-то стрёмно выносить туда. Выпадет и все. Ну как-то так, всем привет, добра, 36,6 всем. Уважаемые подписчики, ну такие моменты я редко снимаю, но они очень часто происходят. Такие мелкие курьерские действия. Вот Ксюхина сумка долго очень стояла у Бычкова. Сегодня я поймал связь с ним. Короче, забрал сумку, и Ксюша попросила паспорт привезти. Вот, сейчас вот приехал к ним, встреча у нас. Вот, Ксюхин паспорту. Такая вот она здесь. Красота неописуемая. Ну, ждем. Где они есть? Не знаю. Сейчас позвоню. Даже Пенталгин. Пентал что? Гин. А это вот Калгин. Нихуя не помогает. Вот если бы вы на это дали помогло. Трусы проверь там, блядь, все да целое. Паспорт точно твой, блядь. Точно мой. Блять, проверь второй раз, он хуй знает. И я только говорю, ты. Показать там 2064 паспорта, о, номер только не показывай. Ну ты вот так раз. Оп, ой, какая красивая, ебаный носок. Да, как обычно. Че, белый сегодня на работу в ночь идет, не? Может я пройду? Ну тебя. А что вам, водки купить? Да. Ну у вас есть хоть начало какое-нибудь? Поинтересовался у них. Кто там нахипал-то? 8. Осталось сколько? 5 минут. Добавлю. А, 5 минут до этого? Короче, полтинник. Добавлю. Сейчас добавлю. Быстрее уже. С никотином, ну, у меня? Никотиница, пожалуйста. С никотином у меня капает отовсюду.
оценки. А можно еще зажигалочку? Ёбаный парламент. Как я сразу не догадался. Ухо на пепельницу вам не предложить? Ну, типа того. Я понял. Приду. А сколько? Ксения Николаевна. Ну, расскажи хоть что-нибудь. Так, зачем тебе паспорт? Куда ты собралась? В Гагры? Я хочу сделать СНИЛС. Угу. И... как его, блин? Как его? Медицинский полис. А. Что, друг? Ну, вот я СНИЛС сделал сейчас... А, что я сделал? Не СНИЛС я, наверное, сделал. Или СНИЛС? Да, СНИЛС. Там сейчас этот, пластик не дают. А что, бумажная, что ли? Да, обычную бумагу какую-то дали, блядь, 8 на 8. СНИЛС, а полис я так, я тоже себе хотел сделать. Там что-то платить надо, не мало, блядь. Там что-то 3000 за год, что ли. Не 3. Да. Я на Курцево хотела сделать СНИЛС. Вот, а где бесплатно делают, я не нашел. Ну, поищу. Поищу, чтобы мы с тобой сделали. Вдруг хапанет нафиг, через 3 дня, блядь. Выебнуть из больницы, нахуй ты не нужна никому, блядь. Ну да. Тогда хоть полежать, как говорится, полечиться. Че, он успеет завод как-то? Ну должен по времени успеть. Паук, блядь, опять приехал, я охуеваю. Этот, помнишь, на базе был такой пухлый? Ну. Брянский или Белгородский, какой он там, Брянский, по-моему. Отправили мы им домой, опять приперся сегодня сюда. Вроде на работу, но я еще не видел его, не знаю. И бухают. Ну, зашел, может, буханул, но это, нету его сейчас там. Уехал куда, не знаю. Может, хостел, хуёстел или куда. Расскажи, ты ветер куда-то ему дует. Да, сейчас зайду. Ну, такие у нас прекрасные места. Девчонки табунами. Да, особенно мой куст прекрасный. Ты я такой? Иногда на нем это... Картонку развалю. Вот этот? Этот. Я понял. Он хоть не терновый, а то проколешь девственность. Зато мне прекрасно. Все знают, где меня найти. Ну, блядь, их за смертью посылать, ебаный в рот. За водкой пошли. А вот перекресток полетел, не знаю. Перекресток? Это только перекресток. Ну все, все трезвые, живы, здоровы, одеты, чистые, не то что Савеловские. Савеловские. Подпухшие. Савеловские как черти. Это много кушаешь, наверное. Ага. Жидкости. Столько жидкости потребляю. Так что ты там лазишь на? Андрюха охреневает, говорит, сколько ты, говорит, воды можешь? Сколько? Сколько лет? А этот хуило куда делся? Брюк. Ну что тебе ушел? Все и хуй вот это. Ты знаешь, что он, блядь, это хату спалил на видео, блядь. Это? Да. О, это у Сереги у радио Башки видос там где-то. Ну, я не смотрел, там люди мне говорят, подписчики. Я сюда передаю. Никто, говорит, адрес не говорит, а я скажу. Дебил, блядь. Ну, тыл всегда должен быть. Никто не должен знать, где кто находится. Домой он не собирается, да? Ой, кто-то говорит, сегодня говорю. Ну, в розыске сейчас это дойдет, это малява. Он говорил, что 3 месяца осталось, там, с матерью разговаривал, что подписать что-то какой-то документ, чтобы дом продать и квартиру, ну, что-то такое. Да я не продаст он дом, ему дом скоро будет. Решетчатый, нахуй. Мне это как-то неинтересно, блядь. Ну, я, как говорится, уже своими, блядь, пытаюсь мозгами работать. Я тут начну загружать, вау, блин. Да мне это не интересно. Я знаю, ты тебя без куда не делишь. Работать никто не хочет, да, за двушку? Не знаю. Меня не интересуется.
Я хуячу, блядь, порезал все руки он. Об чего? Стекла вынимаю. А-а-а. Здоровые, 6 миллиметров толщиной и где-то 1.5 на 70 такие. И все равно через перчатки он порезался. Такая вот хуйня. Т-47. Где Манькин? 10-й. Я на 3-м приехал. А, те самокатики. Блять, как же его спиздить, самокат такой, а? Он с этим, с чипом. Найду 6 секунд. Там поднимаешь внутри, аккумулятор ставишь, вот они там стоят. Аккумулятор понятно, но он чипированный же. Его найдут, поэтому. По навигатору. Но. А их валяется, я по центру хожу, их не пристегнутых валяется, хер узнает сколько. Пьяный ехал, бросил. Я катался. Ехал, не доехал. Ну, я катался там на них. Думаю, уехать домой на нем. Ага, как, на газельке? Не, не туда, а домой. О, опять 3-й. 10-й что-то. Манька сегодня запретила, наверное, движение 10-го маршрута. Перекрыла дорогу. Встала в стойку. Что он там лазит? Что-то ищет. Не просто так. Он сегодня мне кроссовочки поднял. Именно здесь. Вот это вот. Чуть побольше размер на 2. Прям притык то, что мне нужно. Там хоть тепло у вас, нормально? Подожди, я тебе еще покажу. Прикольные стаканы. О, нихуя себе. Бычи. О, бля, нихуя там тёлки. Да. Вах. Там еще два. А еще, наверное, это кипяток наливаешь, они раздеваются. Я хрен его знаю. Раздеваются. Еще два стоят? Да. А они нужны? Нет. Нет? Нет. Надо пакетик бычи отвезу, бычи завтра их продаст. Ой, девчонки, ёперный бабай. Девчонки. Ксюха, тебя там нету? Не на одном? У меня нет. А то я пятый только разбитый. Этот стакан я бы себе оставил. Вот какой, вот этот? Нет, где ты? Чё там нашёл, Андрей? Там пакетика нет. А, нет, пакетика.